Престижное образование для казахстанских студентов предлагает Румыния. Страна выделяет порядка 6 тысяч грантов для молодежи из-за рубежа. Часть из них могут получить и казахстанцы. Об этом стало известно на встрече заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансейита Тумибаева и государственного секретаря Министерства румынской диаспоры Виктора Алексеева. Румынская сторона предложила открыть лингвистические центры в столице Казахстана, где студенты могли бы пройти языковую подготовку. На встрече была презентована казахстанская модель общественного согласия. Виктор Алексеев назвал АНК уникальной формой защиты интереса всех этнических групп. В Казахстане проживает свыше 15 тысяч румын, действуют ассоциации и национально-культурные общества. Те молодые учащиеся, которые заканчивают и хотят получить образование в Европе, в европейских странах, почему бы не начать с Румынии? Казахские студенты могут получить стипендии румынского государства, которые по численности где-то 6 тысяч стипендий ежегодно Румыния предоставляет иностранным студентам.